Total по каско. Каждый водитель имеет право получить Total по каско, то есть страховое возмещение в размере полной страховой суммы, если автомобиль уже нецелесообразно ремонтировать и если стоимость его ремонта превышает рыночную цену самого автомобиля. По закону, в случае утраты или гибели застрахованного имущества, водитель вправе отказаться от своих прав в пользу страховщика с целью получения страхового возмещения в размере полной страховой суммы, то есть той суммы, которая изначально указывается в полисе. Но если страховая компания отказывает вам в выплате и объясняет отказ изношенностью автомобиля, проведите независимую экспертизу. Эксперты подсчитают сумму годных остатков, то есть исправных деталей автомобиля, имеющих свою цену, годных для дальнейшей эксплуатации. Составьте досудебную претензию. Если в течение месяца от страховой компании нет ответа, подавайте заявление в суд.